Солнышко светит, le soleil brille. Le soleil brille. Бабочки летают. Les papillons. Les papillons. Les papillons volent. Les papillons volent. Красиво. Красиво. Beau. Beau. А пишется это слово самым длинным сочетанием. Целых 3 буквы прибежали, чтобы сделать красиво. Ö прибежала, а прибежала, ü прибежала. Бо, читаются они. О, потому что все пошло от воды. Без воды и жизнь невозможна. О, вода. Так и пишется ö, a, ü. О, лё. И такое важное слово красивый тоже делают эти 3 буквы. Бо, красиво. Лё, poisson. Лё. Если лё, значит можно бо сказать. Лё, poisson и бо. До свидания. Лё, singe. Et beau. Je suis beau. Le prince. Le prince. Prince. Le prince est beau. Je suis beau. А теперь история. Это было давным-давным-давно. Là-haut, там высоко, dans le ciel, поселился вот такой старичок. Un vieillard. Старичок-погодовичок. Это он все делал и делает всю погоду. А люди его называют просто Иль. И когда вот так красиво, le soleil brille, les papillons volent, солнце светит, бабочки летают, то говорят просто «бо». «Иль фе бо». Он делает красиво. А мы говорим «хорошая погода». Он делает не только красиво. Это же лето. Летом тепло. И слово такое горячее, теплое. Теплое. «Шо». «Шо». И тогда люди говорят «Иль фе шо». «Иль фе шо». «Иль фе бо» – хорошая погода. «Иль фе шо» – тепло. Но иногда он заставляет солнышко так сильно светить, так сильно, что становится «тре». Шо. Очень тепло, то есть жарко. И тогда люди говорят. Иль фе тре шо. А мы знаем эти слова. Когда о себе-то говоришь, если себе тепло, то я говорю. Же нужно. Же. У меня есть, я имею. Же шо. Мне тепло, мне тепло. А уж если мне жарко, то тогда же тре шо. Же тре шо. Же тре шо. Вот этот кот так говорит. Le ша, кот. Le ша, ди. Кот говорит. Иль фе шо. Je très chaud. И этот голубь, le pigeon, dit. Il fait chaud. Je suis.
J'ai soif. Точно, он говорит j'ai soif. Пить хочет, потому что. Когда хочешь пить, надо j'ai. У меня есть soif. Он и холодно делает. Где-нибудь на севере. Au nord. Куда le zèbre ездил. Ох, как он там задрожал от холода. Надо фрычать, когда холодно. Je froid. Да. И тогда он про него скажет. Il fait froid. Il fait froid. Холодно. Il fait. Да, буква А и буква И. Э читаются. Первая буква алфавита позвала себе И в свое сочетание, чтобы сделать любимый гласный звук французского языка Э. Ничего удивительного. Это же очень важный глагол. Глагол делать. Конечно, он с этим звуком и с этим сочетанием, где есть первая буква алфавита. А «же» у меня есть, я имею, тоже так же пишется. «Же»